question. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! В эти прохладные осенние деньки разработчики игровой индустрии начинают согревать нас горячими новинками и акциями, про которые мы вам сейчас и расскажем. Подписчикам Electronic Arts Access дадут попробовать Battlefront в течение 10 часов 12 ноября. Игрокам будет доступна полная версия, и если пользователь решит приобрести ее, весь его прогресс будет перенесен уже в купленную игру. Такая функция в скором времени может появиться и для владельцев ПК. Origin подписка будет давать допуск к играм не только от Electronic Arts, но и другим крупным издателям игр. Компания Warner Bros. Объявила, что любой владелец Steam-версии Batman Arkham Knight может вернуть за нее деньги. Получить денежные средства можно только до конца этого года. Количество проведенного в игре времени не имеет значения. «Нам очень жаль, что многие покупатели Batman Arkham Knight недовольны PC-версией», — заявил издатель. «Мы долго работали над исправлением игры, но понимаем, что пользователи до сих пор испытывают проблемы». Юридическое агентство Ушакова-Путилова создали организацию «Высота», которая будет заниматься защитой прав потребителей, онлайн-игр и интернет-услуг. Предполагается, что движение будет помогать игрокам отстаивать свои права в судах, создавать координационные группы по крупным сетевым играм, добиваться внесения в законы РФ дополнительных норм по защите прав игроков. Создатели «Высоты» в 2012 году участвовали и выиграли дело против компании Light Vision Interactive, которая забанила игрока в Total Influence Online за предположительное использование нескольких учетных записей. Адвокаты доказали, что определить, кто именно пользовался аккаунтами, было технически невозможно. По итогам суда, пострадавший получил 80 тысяч рублей, а разработчик был дополнительно оштрафован на 20 тысяч рублей. Konami официально подтвердила закрытие Kojima Production Los Angeles, подразделение студии Hideo Kojima, которое открылось в 2013 году и участвовало в разработке серии Metal Gear Solid. По словам председателя издательства, это никак не повлияет на выход Metal Gear Online на PC в январе 2016 года, а поддержкой консольных версий теперь займется другое подразделение. Blizzard открыла вакансию старшего инженера программного обеспечения, задача которой станет адаптация StarCraft, Warcraft 3 и Diablo 2 под современные операционные системы. «Мы восстанавливаем их былую силу», — пишет Blizzard, называя вышеперечисленные игры титанами своего времени. Хотя я сомневаюсь, что игры наберут популярность как в былые времена, но поностальгировать можно, если ценовая политика будет адекватной. Также Blizzard заявила, что больше не собирается рассказывать о количестве подписчиков World of Warcraft. На данный момент их число опустилось до 5,5 миллионов, что является худшим результатом с начала 2006 года. По словам представителя компании, существуют другие методики расчетов, которые лучше передают успешность бизнеса Blizzard. Компания Ubisoft поделилась в своем блоге информацией о Rainbow Six Siege. В течение первого года весь новый контент будет выходить в виде сезонов, для каждого из которых предусмотрен свой рейтинг. Карты и режимы станут бесплатными и доступными всем сразу после выхода. Новые оперативники и большинство видов раскраски можно будет разблокировать, зарабатывая внутриигровую валюту, очки славы или кредиты R6. Команда из 80 человек будет внимательно изучать отзывы и статистику игры, чтобы убедиться в том, что игроки получают именно то, чего ожидают. Также разработчики будут создавать возможности роста как для сообщества, так и для самой игры. «21 декабря команда Armored Warfare, проект Армата, подарит счастливчику многотонную боевую машину в авторской раскраске граффити гуру Алексея Медного. История с розыгрышем BRDM началась на Игромире, где все желающие могли получить карточку участника с промокодом. Среди посетителей выставки проигравших точно нет, код дает месяц премиум статуса в проект Армата. Те, кто по каким-то причинам на Игромир не пришел, могут присоединиться к розыгрышу на сайте игры. Регистрация открыта до 10 декабря». В этом ноябре Warcraft отметит свой 11-й день рождения. Те, кто 23 ноября зайдут в гости, то есть хотя бы откроют игровой клиент и доберутся до почты, получат небольшой приятный сюрприз. Стоит ли он того, чтобы возобновлять подписку, можно лишь догадываться.
3 ноября состоялся релиз Anno 2205. Игрок выступает в роли директора частной компании, которая занимается строительством городов и налаживанием производственных цепочек ресурсов. В отличие от предыдущей игры, где карты создавались с помощью процедурной генерации, в Anno 2205 карты сделаны вручную и могут предлагать игроку уникальные задания, такие как ремонт разрушенных плотин или освоение архипелага из нескольких островов. Ноября состоялся релиз новой части Need for Speed, которая является полным перезапуском серии. Но в то же время новая часть несет в себе духовное наследие предыдущих игр. В этом месяце оценить игру смогут только владельцы PS4 и Xbox One. На ПК она выйдет весной 2016 года. Разработчики Need for Speed заявляют, что в игре не будет платного контента. Все нововведения в будущем будут бесплатны и скоро начнут появляться в игре. Игроки этого заслуживают, заявил креативный директор Крейг Салливан. 6 ноября состоялся очень яркий и для многих долгожданный релиз Call of Duty Black Ops 3. Насладиться этой игрой смогут фанаты всех платформ, но на PlayStation 3 и Xbox 360 будет доступен только мультиплеерный и зомби-режим. Не менее громкий и жаркий релиз нас ждет 10 ноября. Fallout 4 – продолжение одной из самой популярной игры про постапокалиптический мир. Игра будет насыщена заданиями. Игрок сможет создавать технику, модифицировать вооружение, охранять население от рейдеров и супермутантов-пустошей, заниматься трудом, строить дома, и каждый найдет себе задание по душе. В этот же день состоится выход игры Rise of the Tomb Raider на Xbox One, вторая часть перезапуска серии о приключениях Лары Крофт. В этот раз расхитительница гробниц отправляется в Сибирь на поиски артефакта, способного вылечить ее подругу. Противостоять ей будет таинственная организация Троица, которая охотится за тем же сокровищем. Разработчики обещают головоломки посложнее, большой упор на охоту. Выход Rise of the Tomb Raider на PC намечен на начало следующего года, а версия для PlayStation 4 выйдет лишь в конце 2016 года. Десятого ноября будет насыщенный день для фанатов видеоигр. Третий релиз будет от компании Blizzard. StarCraft 2, третий аддон игры Legacy of the Void. Дополнение включает в себя новые юниты и доведенный до ума мультиплеер, а также продолжение одиночной кампании, посвященное Протосам. Игроку придется взаимодействовать с различными племенами этой расы, чтобы объединить их в одну большую армию. В этот раз сюжет не будет сконцентрирован на Рейнере и Керриган. Повествование будет от лица храмовника Артана. Ну и, конечно же, не менее нашумевшая игра Star Wars Battlefront выходит 17 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Противостояние повстанцев и имперских штурмовиков развернется на 5 планетах: Хот, Татуин, Эндер, Саласт и Яка. К сожалению, в Battlefront не будет никакой одиночной кампании. Ее заменят кооперативные миссии, которые можно будет пройти с друзьями или с напарником под управлением ИИ. Зато позволит примерить на себе шкуру Дарта Вейдера, Леи Органы, Люка Скайуокера, Бобы Фетта и Императора Палпатина. Мультиплеер будет поддерживать 40 игроков одновременно, а релизная версия будет содержать 12 карт. За Альянс! Не стой на моем пути! Включай щит! Это больше не повторится. Не позволяйте шагоходу добраться до базы! Победа недолго будет с вами. А теперь я. Врага! Подавите его сопротивление!
будет с вами сила. Ваш жалкий мятеж окончен. С вами были Анарор и Аня. Мы рады, что количество подписчиков увеличивается. Если вам понравилось наше видео, не забываем подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте и, конечно же, ставить лайки.